Занял мое рабочее место. И вкусно кушает. Да? Члямкает. Подотикти. По-заправски, по карману. Как себе домой. И что, так теперь... Так, мед, не кричи. Так будешь и теперь стоять, да? Пока что не найдешь, что там есть. Бёткин! Перекрикивает меня. Ой, какой у мамы шикарный карман. Боже мой. Марсель, а будешь с собаками делиться? А? О, меня прям тащит, как это... Что, вкусно? Это да, мамин карман такой, да. Это проверь, там что-то есть. Очень вкусно. О, там еще один орешек есть, я видела. А если больше нету, что мы будем делать? Страдать? Все карманы мои, все. Дай проверю. Все, там ничего нету. Нету. Да нет. Нету. Мёдкин, я тебя сейчас покричу. Тут не верит. Ну куда ты голову сунул? Нету, говорю, ничего. Не верит. Не веришь? Ты, Бубочка, такой хороший. Такой. Маму страшно. Не верит. Да там ничего нету уже. Вот это сидит вот там сверху, а? И кричит. Что такое, а? Барон хочет на тебя прыгнуть. Пипита, он что-то там машет. Пипита, это не ты орешь хоть? Я думаю, нет. И Марсель, покушавши, хорошо, хорошо покушавши. Так, Тинтин, не кричи. Тинтин, прекрати. Тинтин, где-то. Все, закрываемся. Продолжение было не очень. Тинь-тинь и бушует. Поцелуйся за своей черепахой и иди в свою засаду. Он в засаде все время.